все. Значит, у нас 11, пол 11 должно быть здесь. 10-11, да, мы 3, ничем. Спал по тут.
Сегодня рассматривается ходатайство прокурора, который требует, чтобы Михаила обратно вернули в тюрьму, так как сторона обвинения не согласна с тем, что Михаила Аберберга отпустили под домашний арест. Мотивы, которые выдвигает сторона обвинения в обосновании своих требований, традиционные, что якобы Михаил представляет общественную опасность, может скрыться от следствия и суда, что до сих пор не пропала социально-политическая актуальность совершенного им преступления. Вот в силу этих декларативных причин и мотивов прокурор настаивает на том, чтобы Михаила снова вернули в тюрьму номер 13. Наша позиция неизменная. Михаил ни в чем не виноват. Ходатайство прокурора носит чисто декларативный и даже абсурдный характер. Михаил, я надеюсь, останется под домашним арестом. И на этом этот эпизод будет исчерпан. Дальше, как я уже ранее говорил, мы ожидаем, что материалы дела будут переданы в судебную инстанцию. Также хочу призвать сторону обвинения вынести постановление о прекращении уголовного судопроизводства, уголовного преследования в отношении Мирберга и Григорчука по одной причине, связанной с тем, что в действиях ребят нет состава преступления. Честные прокуроры, когда видят, что в действиях гражданина нет состава преступления, они всегда выносят постановление о прекращении уголовного преследования. Поэтому я прошу прокуроров именно так и поступить. Как вы думаете? Обещали, может быть, 4 А, к 4, да? Может быть. Это вообще непонятно, да? Там перерыв объявили до без 22. Вы здесь пропали? Это точная информация? Нет, мы ждем в свою очередь. Это 100%. Это точная информация, да? И если что, Пашу не привезли? Ничего нет. А мы чем объясняли? Формальность. Спасибо.
самом начале? Помните, я тоже здесь. Они, наверное, думали, что Павел сам придет. Это подавал я. Да. А в случае с Михаилом они подали. Я не подал, потому что я был согласен с этим, и все. И даст свои аргументы, что сейчас будет. Опять. Муха. Это же Паша? Это Паша документы? Паша, к этой мухе я сейчас могу понять. Кто-то шли убить, и там муха. Откуда речь? Что сейчас там дал? А что, на оглушение не завыть? Чего, они не сказали, что киза, кто такой, что вы решаете? Киза. Что вы решаете? А кто это? Киза в одном у меня. А кто это? Я не знаю. Можете представить? А вы кто? Да. Мужчина, а вы кто? Сотрудник полиции. Ну, кто у вас там? Ну, вы сказали все наши доводы. Я пока, ребят, давайте, чтобы это не было воспринято как провокация. Боится Лина, его слава, что прокурору есть ТСНТ, тямлям, любасы. Вон? Снова премьер. Кого-то какой-то, дикобраз. Никто не общается. В наше это время даже мы никто из вас не кто боится? Тоже с алкоголем. Смешно, правда? Смешно, но факт. Людям больше делать нечего, они переживают сейчас за другие дела, за цены, за курс валюты, безденежные, социальные проблемы. Говорит, что нахождение Михаил на свободе уже начало провоцировать страх и панику в обществе, вызывать панические настроения, чувство боязни и даже падение курса лея по отношению к евро.
так и знал, что это так будет. Лукашенко. Он добавил просто этот запрет. Страх, паника, да и раньше. Ну, как Тарасенко, то же самое. Новенькое он выдал в прошлый раз, Jasim Kulish Maldicidi, admicere de retragere a recurs cu încetare procedurii de recurs. În cauza Amerberg, Mihail Kulish Maldicidi, admite recursul procurorului, casează încheierea judecătorii centru din 13 februarie 2015, și respinge demersul cererea avocatului confundată. Произвол! Произвол! Menține încheierea din 23 ianuarie 2015, prin care s-a... Prieteni, mie și jenie plocă, asta произвол, ce vă делаете? Я находился 7 дней на домашнем аресте, не нарушал ничего. Это произвол. Они возвращают обратно меня в тюрьму. Они игнорируют европейскую декларацию о том, что мы являемся политзаключенными. Это является чистой воды произволом. И я прошу обратить на это внимание всех международных структур. Это самый настоящий произвол. Что происходит? Господин судья, зачем? За что? Вот объясните просто. Посмотрите, мне сейчас жена, сейчас сознание здесь потеряет. Зачем вы меня обратно закрыли? Я не нарушил домашнего ареста. Малыш, держись. Произвол! В этой стране произвол! Вот посмотрите, она... Посмотрите, что это, эти фашисты делают. Это произвол. Наручники дали заранее. Где ваши наручники? У него до 24-го ареста. Вас выделяют.
Просто точно отклонили нашу конституционную жалобу на решение суда первой инстанции об изменении меры. А суд оперся на что, на позицию прокуратуры? Я не могу вам сказать, потому что я не видел мотивацию. Мотивация будет через пару недель. Так, а вы в понедельник подаете что? Нет, в понедельник уже подано. 19 числа подано апелляцию по полному продлению еще на 30 суток. То есть в понедельник у всех получается в первой инстанции. А, на четвертых отделениях. Можете спросить? Просто есть информация. Я думаю, что это сейчас сражается. На это можно сказать, что я могу спросить у вас. Берем молодой. Может, не просто произойдет, что она голодующая. Если не сразу. Я буду. Спасибо. А если через банк не будет идеально? Смотри,